Я еще раз повторюсь, необходимо обязательно кликнуть эту форму. Постарайтесь за эти дни достучаться до всех партнеров в своей структуре. Нам дали эксклюзивную возможность не просто получить пакеты, рабочие пакеты, которые будут приносить нам пассив в дивидендах до 5x. Нам дали возможность в пятикратном размере получить остаток, который у нас остался на счетах в прошлой компании. Пожалуйста, без этой формы мы остаток этот не получим. Достучитесь до каждого партнера, чтобы потом не было жалоб. В обязательном порядке зайти в офис. У нас есть сейчас возможность. Не получается зайти, писать. Я еще раз выставлю сегодня все почты, на которые писать просьбы. Просьба, если у вас не работает вход, что-то происходит, не нужно сразу писать. Перезагрузите компьютер, зайдите еще раз с другого браузера. Очень многим мы исправили таким образом ошибки. В срочном порядке всем партнерам открыть у себя бэк-офис, зайти через email, то есть подтвердить свой email, зайти в бэк-офис и кликнуть соглашение о партнерстве, и вы становитесь акционером. То есть получаете право на получение вот тех денег, которые мы в эту компанию не вносили. Вы получаете право, сальдо, которое у вас стоит разделенное в монетах, вывести за определенный период в обязательном порядке. Кто этого не сделает, форма исчезнет, вы не сможете больше никаких претензий предъявить компании. Потому что вот там как раз в выпадающем окне все прописано. Если партнер не хочет, существуют международные нормативы, там 14 дней с момента вывески вот этого объявления, все, оно исчезнет. Некому будет предъявлять претензии. Пожалуйста, партнеры, разбудите свои структуры, это нужно сделать обязательно. Теперь просьба. Все, кто заходит в кабинет, пожалуйста, выставите свое фото. В профиле у вас есть возможность, вот где с левой стороны кружок, вы можете загрузить свое фото. Нужно маленькое грузить, чтобы у вас не выскочило сбой программы. Маленькое фото загрузите. Почему это важно? Я буду видеть в структуре, что те, кто загрузили фото, услышали, зашли и все сделали. Мы будем хотя бы понимать, какое количество партнеров у нас не знает информацию о том, что необходимо сделать. Это всем помощь будет. Кто зашел, выставил фото, следовательно, они открыли бы офис, кликнули, все в порядке. Пожалуйста, доведите до своих структур вот эту просьбу. Поможет это нам всем понять, кто на сегодня еще не сделал активацию своего бэк-офиса. Я не знаю, сколько дней будет висеть эта форма. Понедельник, вторник, среда, конец следующей недели исчезнет. Не знаю, но она исчезнет. Мигел несколько раз это предупреждал. Он несколько раз говорил, кто согласился стать акционером, стал акционером. Кто не согласился стать акционером, не стал акционером. Только две формы сотрудничества с компанией. Не кликнули, вы теряете право на вот все то, что нам предоставляет эта форма возвращения бизнеса к жизни. Пожалуйста, достучитесь до своих партнеров.